Ну ладно, передаю привет маме. Папе, ну бабушке. и всем, кто меня смотрит. Пингвин, ты стримишь или пишешь? А ты опять на YouTube выложишь злодей. Ага, вот эти все пьяные, короче, рожи. Ну блин, я... Не, пьяные это... рожи, это я выкладываю. Короче, если меня кто-то услышит, во всем виновата белая лошадь. Эх, бомбардировщики. Ухался и иди спокойно. Иди с миром. Почему он, блядь, так это самое, на траллинг реагирует тоже живо, как и пингвин? Кто? Линкс. Я ж троллировал по поводу 50. Хотя не. Троллировал даже, правду говорил. Сейчас 32 на 33, и он пишет, что... Файл загрузки, и все. Понимаю. Я попробую была перезайти. Да, попробую. Тип, я ради тебя, чтобы твой нацистский дух поддержать. Спасибо, спасибо. Воображаю бой. Себя Фридрих с красными звездами, а ты, блядь, вот зайти. Ай, свай! Ай, свай! Я! Крутитесь там пока, сейчас подлетит прикрытие. Не знаю, я, короче, когда летал один, эти ребята были на красных, я летал на синих, и я просто дошел на 4 километрах до самого дальнего завода, помпанул его. И меня просто отпиздила зенитка там. И не красный. Там. Голос такой, как у Лёфта. Лофта? Ага, чуть-чуть похож чем-то. Я только если бы он так же говорил. Я вижу штуку, захожу, а черт, ты ж пингвин летит. Штука. Давай, охотник, за наше здоровье. По колхозному взлетаю. Так. Ща я залучу этого фашиста, не бойтесь, ребят. Я подлетел на прикрытие, вы взлетели? Да. Колхозник взлетает, ребят, огороды пашу. Давай красную ракету вверх пульни, чтобы я понял, где вы находитесь. Где? Вон там ракета не пуляет. Все. Давай ты меня поведешь, потому что я сейчас перепил шнапса. Кто за нохами летит? Не, шкал. Нет, это. Рус, да. Ты со мной летишь на Фридрихе? Сзади. Угу. На 6. Это я вообще на 6. Да, да. Так, нам куда лететь вообще? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну я иду левее. Мы идем на Кузьмичи или куда? Ой-ой-ой-ой-ой, я закрылки, короче, убрал, чтобы меня в землю не тронуть. Пингвин, я реквестирую какого-нибудь пьяного лага, чтобы мы его сбили на штуку. Кстати, я железо очень люблю. Как тебе 980-е? 980-е? Ну, это просто шик. А какой фирмы брал? Затековскую? Я брал одну из первых. Это... Эксклюзив! Ну, то есть, ты взял такой не референсный дизайн, обычный? Да. А, то есть у тебя, может быть, цель есть еще вторую воткнуть? Ну, ты знаешь, за те деньги, которые я ее купил, честно, как-то не особо вторую. А смысл? А смысл какой? Покупать такую ведьмуху и половину от нее иметь как бы не хочется все равно. Потому что еще пока не ездит. В общем, не хочу пока. А, ну все тогда. Летели. Ну, ты знаешь, честно говоря, со своей старой видюхой я заметил разницу только в FPS. Ну и плюс еще я могу летать на 4К. Ну да, у тебя монитор, наверное, дюймов 17, там. Ой, дюймов 27. 27 я имею. Я купил тебе 980, чтобы, короче. Или ты на телевизоре летаешь, наверное. Не-не-не. Я на 24. Но у меня два монитора. Нет, просто есть 27 дюймов, например, 1080K, а есть уже выше. У меня выше. Некоторые размазывают.
Не, у меня 1920 на 1200. Фигня, а сколько ты топки взял? Ох, ты меня обгоняешь из-за этого. Ну идем ровненько, красиво, хорошо. Не-не, в самый раз. Добавлять будешь, мы... когда нас будут драть. Мы идем, мы Кузьмичи? Нет, я за вами сверху. Кузьмичи тогда идем. Так, я потерял, вы же на Басаргины шли. Мы идем на Кузьмичи сейчас в квадрате. Ты, блин, слишком мало высоты. Мы за фронтом и слишком мало высоты. Реально за нами, там ил ползет под нами. Отпиздите его и возвращайтесь, чё вам. Да, да, да. Не было такого, не пизди. Кстати, народ, а вы в ДКС-ку не летаете? Я летаю. Скидки сейчас в Стиме. О, на что? На все. Серьезно? На Ми 8 скидки, на Хьюи. Я уже купил. Короче, сейчас север, можно за 300, ну, за 230 рублей купить, короче, это. Опять за 300 сказал, кажется, как про 17 дюймов вспомнил, блин. Короче, скидки 70%. Плохо. Пингвин, спать? У меня, короче, К-50 есть у меня, теперь Ми 8. Блять, ребят, я уебался об землю, за хрен это вело. Да, да. Блять, этот краснюк сломался. Сори, братишки, сейчас догонить вас буду. Да похуй, бомбим и выходим, все. Надо скриншот сделать. Пиздец, у нас 16 на 8. Лол. Ну и нормально. Давай, 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 за тобой. Принял? Да? А где ты эти потерял? А где завод? А, вижу. Да-да, все нормально, вижу. Ты берешь дальнюю, я, короче, беру ближе. Давай, давай. Там еще состав стоит. Короче, кидай, ёлки. Народ, мне перезарядиться нужно, на юлов израсходовал боезапас. Все, не, вот. Нет, меня... Справляетесь? Крыло. Вот пиздец, кто мне, блядь, сказал, что идите и лапать, блядь, атакуйте. Припил бы у вас нормально все было. А меня зенит купил. Да. Ну, блин, квадрат скажи сколько. Так что все нормально. Мы ебанули завод. Ясно? Ну. Закрой, пожалуйста, фонарь. Бесишь меня этим читом. Я тебя буду по губам скоро. Блин, ты закрыл фонарь? А теперь не работает стрелок. Так вы на взлетке, что ли? Нет. Понятно, а репорт или нет? Да, уже сказали, что это скоро исправит, то, что пингвин свой фонарь, блядь, открывает чертов. Мы что за хуёво открывает? Уже писали, то, что собираются исправлять, если что. Сайтельный, вверх положительный. Блять, штуки, вы чё сейчас всю полосу займите, блять? Пацан, смотри, сейчас один повернёт, я бы его взял. 7 миллиметров, видишь, как он развернулся, как царь, блять. Нет, как вы так разворачиваете-то его, а? Вы чё, блять, какими секретами пользуетесь? Вот смотри, берешь вот так вот,
раздели тормоза, конечно. Так у меня тоже педали есть. У меня одна педаль левая, а тю-тю, краснюк дымящийся сесть хочет. Утю-тю. Да-да-да, я, короче, полетел. Не знаю. Там два мессера. Нет, там два яка. Стреляю. Стреляю сейчас. Слева стреляет. Короче, народ, два яка. На меня, меня заходит. Там мессер, мессер яка гоняет. Это я гоняю яка. Я. Тут их два, яка два. Я один мессер, а яка два. Вообще хуя. Сейчас будет 6. Вижу, дымящийся какой-то хер за мной. Да, да, дымящий. Ходи к нам, если справляешься, ходи к нам, поможем. Все, погодь. Еще один, блядь, тут а еще где один. А где там-то, блядь? А, вижу. Еще ты один целый. Заходи к нам. Так, вы меня видите? Я за дымящимся сейчас лечу, сориентируйте меня, где вы. Мы возле завода. Ой, блядь. Все, один разбился, нормально. Лечу в сторону завода. Сейчас потеряет стал. Скорость. Блядь, это что такое? Вас атакует, нет? Нет. Так, а вас толк? Атакует наземка только? Я трассера видно, вижу. Вас атакует только наземка? За Вильгеном. Ходи, пингвин, я буду сейчас за стрелка. Меня, блядь, двигатель выбили. Ага, за мной два яка. Блять, они меня ебанут. Ой-ой-ой-ёпта, блядь, ни хрена себе он прошел. Я только сел, короче, а он это. Взлетаю. А, Евген, за тобой идет як. Я вижу. Дымящийся. Так, кто-то атак. Подожди, я себя 6 снимаю, блядь. Стрелял по нему. Он прошел мимо под нами. Так, кто дымится из наших штук? Мы дымимся, пингвин заход. Все, он ушел вверх. Стреляют по нему сейчас, ага. Мимо. Осторожно, 6 у кого-то. Да, у нас. Быстро! Право, маневр, право, маневр, право! Лево. Влево он справа заходил, нет, просто надо, слева. Нет, надо было быстро угол спасти. 6. Дырки. Вы там крутитесь четвером. Як на мессер на яке, як на мессер, мессер на яке. Судя по всему, тут я один, да, блядь? Не, мессер тебе подходит. Бил какого-то яка, он задымил по-черному. Загорелся. Заебись. Дымящий як за кем-то дымящимся мессером, который где сейчас у тебя есть. Ой, блядь, кто стреляет вперед? То есть то, что мы уничтожаем с вами, это вообще так чисто для нас, да? А думаешь, почему это по фану летает на ходе пьяный? Да. Квин, толку, что ты, короче, забрал один завод, сам забрал. Куда ты садишься? Сейчас, народ, я короче, на филде жду, пока вы тут подтянетесь на этом, блять, на каком вы взлетали-то? На говне. Нет, я прилетел, да. Перезарядился. Ой, нет, я упал. Я на Мариновке. Сейчас я подойду. Ну, в меня не сядьте тут, блядь. Да нет, ты стоял на полосе вроде, да? Да, я стою. Шалом всем. Привет. Прикольно, здорово. Слушайте, а может это... Может это на какой-нибудь сервак зайдем, там полетаем в звене, блять, помочь им. Так можно и здесь полетать просто сейчас, взять мессеров. Ну давайте. Но, блять, тут их нету. По-моему, я последний забрал. Так можно взять вон на этой, на мам. Ну, ребят, до конца миссии 12 минут, так что подайте рестарт лучше.
на 6 не забывай посмотреть. Я потому что натуральный синюк, не до пизды, что там на 6. Мы очень низко летим. Ты шифта что ли нажал? Ты на 6А летишь на горизонте что ли? Ребят, я подлетаю к Мариновке, за мной ты хуйня. Мариновке подлетаешь? Угу. Вы видите там или меняете какую-то позицию? Периодически говорите, где вы? Вон, ну, я вижу, стреляет, зенитки хуярят. Вижу, подходим, вижу. Подходим, ребята, к вам подходим, угу. Усилимся. Уходи на этот, на юг полностью. Видишь меня, нет? Сейчас, я сейчас включу фонари. Подходим, подходим. Видишь, подходим, лечу? Подходим. Лети на меня. Ну и хуй. Стреляют, стреляют. Ну ёб твою мать. Высоту потеряют. Да мы въебались, я ему решил лобовую раздать. Ну мы сейчас... Да, да. Ты ему решил или ты решил, что решил? Мы с пингвином проходим выше Вены, если что. На очень большой скорости. Короче, я там, где они въебались только что. Да, мы тоже там были. Там же были. С пингвином на высоту обратно уходим. На высота у меня километр. 2700 уже. Давай 500. Сравняемся, да полетим. 666. А, это красный пишет. Ну не знаю, ребята, шесть... мне показалось, что я ушел от лобовой, а он просто дал на себя ручку, мне в брюху въебался. Нас, короче, сейчас выкинет, сейчас это, конец миссии уже все. Минута. Мессер это заходит. А на кого он заходит-то, блядь? Як заходит, тогда. Вот кто. Он ниже тебя, да? Все-все. Да, понял. Захожу, тоже вижу. Я тоже захожу. Залепил. Короче, время мало, хуярное наугад, блять. Двадцать секунд до конца миссии. Отлепил ему крыло, пацаны. Значит, еще один был як. Ну да ладно. Да, да. Там он еще один падает. Не горит, он подымился просто. О, ребята, ну вы что, блядь, по красюке что так хуярите, блядь? Учитесь, дайте я подойду. О, ой, миссия закончилась. Ай-яй-яй, забрал, забрал. Да, на месте. А графику ультра, да? Да. Ах ты, буржуй. Ребят, вы где? А знаешь, я тебя огорчу. Давай. Ты потратил столько денег у меня на моей карточке. На ультрах нормально 60 FPS. А больше не надо. Ну я могу поставить 4К, и у меня будет 40 FPS. Ну заебись, хули как в танках, блядь. Ну она одна, сори. Ладно. Не сможет она выдержать. Но в любом случае... Честно, блин, я бы взял тоже 980. Мне нравится просто NVIDIA технологии. Да, я да. Еще видео иногда кодирую. Просто за куду взял бы их. А. Чай, шасси выпущу, что под штуку будет косить. Короче, давай это... все выпустим, чё. Че вы? Давайте на питомник полетим. Ну, мы вообще я это убрал. Летим. Мы блядь, в катовку летим. А? Пингвин! Пиздюк, ты попал мне, настрелял, блядь! По хвосту, блядь! У меня, блядь, теперь нормально... Ну пизда тебе, блядь, сука! Не, подождите, вы так давайте кружить на... Ты пошёл, возвращайся, я не буду стрелять, блядь! Такое пикирование... Хвост мой задрал, блядь! А вот теперь подвесил, ты иди сюда. Пиздюки, вы летите или нет? Бля, что ты делаешь? Вы друг друга не хуярьте. Я на фоке лечу, вот не наебешь. Какой фок? Это ты, пингвин. Да-да-да. Понимаешь, как бы, пингвин, если бы я прострелил кипятка, он бы почти там в земле улетел. До 60 первый ведущий. Я тоже не знаю. Подожди. Давай. Да ладно, нахер, у меня весь черти. Так. Стреляю, блядь.
Не снимут. Бля, все, он вниз ушел. Иду за Яком, он выключил ножки. Угу. Стреляют, пока мы сейчас тянется мистер, блядь. Уходи близко. Так, я, который тянулся за... Нет, нет, кто сейчас мессер уходит, блядь, плитами вниз? Яка пропатчил, дымится. У меня плотная 6, по мне стреляют. Блядь, спускайся вниз, охотник. Спускаюсь, блядь. 6? У меня 6. Ёбаные 6, блядь. Я тянусь, у меня 6. Пытаюсь помочь. Пущий лаг, Як, блядь, блядь. Поймал Блэк, но я пропатчил этого хуя. Ребята, блядь! Пытаюсь! Еще одно 6, блядь, возникло. Прострелом, блядь, а наебываю. Я стреляю сейчас по Яку. Не знаю. Левым стоит. Блядь. Короче, я Яка задымил. Смотрите, там дымящийся хуй один должен быть. Блять, сука, я, блядь, перегрел мотор свой. Хорош! Бля, мне кто-нибудь поможет тут? Все нахуй сбил, блядь. Да не дымящийся, я внизу на самых нолях, короче, ухожу на фил. Пингвин, я сбил. Уходи на. Пингвин, не атаковать с тобой или нет, или он готов? Чё ты их так много здесь было? Тип, куда летим, кипятов? Я откуда я знаю, ты ведешь? Мне похуй, я пьяный, блядь. Я тоже пьяный. Нет, ну я тоже, поэтому, блядь, я последний. Да, у 60. Так, ниже, справа. Посмотрите, кто это идет. Явно не наш, потому что там здесь где? Всего. Где? Ниже, справа, левее, слева. Нет, просто были справа. Посмотрите, ёб твою мать, на 12 часов. На 11 часов уходит на 12. Уходит вправо, слышь? Я Кип, ты видишь кого-нибудь? Да не вижу никого, я нихуя. Ниже. Вижу, твою мать, ниже. А, вижу, нас да. пара, на... Охотник выше, набираем, блядь, форсаж пара, нахуй. Пара идет. Форсаж нахуй. Угу. Это Яки же, ёпта. Да. Атакуем пропускаем, последнего. Атакуем, охотник. Атакуем, погнали. Я третий дублирующий. Принял. Все, иду за третьим. А иду за вторым. А, все, ясно, понятно, где они. Так, охотник, ты за каким идешь? Блять, я оверлоуд, оверджи. Идите за одним и тем же, никогда не спутаете. Нет, за одним и блядь, тем же. Блять, ну вот вы меня и запутали. Короче, я за тем, который вниз пошел. Я за тем, который сейчас вверх вытягивается. Окей. Так, в общем, я окончательно ушел. Всем спасибо за полеты. Давай! Все, тоже.